Так, мы немножко опоздали на обед, но сказали, что нас все равно покормят. Замечательно. Потому что обед Ага. заканчивается в 2:30, а мы только в 2:30 приехали. О, зато смотри, какая веранда. Вот это да. Смотрите, как... Боже, какая красота. Джамбо. Джамбо. Sorry, we are late. Sorry. Thank you. Thank you. Все, мы... Так, нам надо... А можно Да. как-то вот сюда ставлю? Да, Вот конечно. так. Мы будем есть все, что нам дадут. Это сюда. Посмотри, стулья. Ух Ой, ты, а смотри. вот это вообще, представляете, помните, в ЦАВО к нам приходили животные, здесь они просто отсюда не выходят. Все. То, we are ready, it's fine. No drinks, no drinks. Да. Смотрите, как и в Амбасселе, вот есть вот три блюда, и нужно выбрать одно. Так, beef soup, Greek салат или this one? Суп. 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 Конечно, лучше суп, чем салатик. Дальше. Two. Beef burger, pan seared red snapper filet. Pan seared red snapper filet. What is it? It's fish? That's fish. This fish? Yeah, that's fish. Do you have today meat? Burger, yes? I got you a beef. Soup or beef? No, fish. 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 Yeah. Не знаю. Two. Да, и... Just a minute. The fish, да. Would you like it with the vegetable rice or French fries? Rice. 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 Ага, rice. С рисом. Okay. Okay. Так, сейчас будет вкусненько. И десерт, не знаю, какая-то чистер... Чистарт, какой-то шоколадный мусс или сезонные фрукты или местный чиз. What do you think is better for dessert? Я шоколадный мусс. I would like, maybe you can choose mousse or fruits. Fruits. Seasonal fruits. Окей, ту мусс, ту чоколад мусс. Да, ту мусс. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. All right. О, просто мы заказали одно и то же, да? Да, ну и что? Вот, представляете, уже приехали, уже в такое, это какие-то космические виды снова, вот, я не знаю, мне постоянно мы находимся в космических видах вместе с вами. И классно, что нас успеют покормить, но реально нам надо было, наверное, выезжать раньше из Найроби. Но туда меня спросили, когда вам заехать? Я говорю, в 7 утра нормально? Нормально. Ну, скажите, в 6-5 мы встанем, не вопрос. Ну, то есть, если ехать, то действительно надо где-то, да даже в 5, да? Да, выехали бы уже, наверное. Хотя, с другой стороны, сейчас, честно, все животные спят. Так что мы покушаем, положим наши вещи и, наверное, поедем на сафари. Ну, конечно же, покажем еду, Боже, обязательно. Я пока в восхищении, как здесь сделано. Я как увидела с рецепции, я такая, о, боже. У меня снова голова болит, капец. Я уже две таблетки выпила, у меня после экватора как начало меня ломать, вот реально. Тебе нельзя на экватор. Что-то с экватором не то. Тебе надо, наверное, под землю. Ну, подожди, кто-то, или я, или глюк, или кто-то, геккончик, это не геккончик, ящерка. А там кто-то на ветке качается, или мне кажется. Это может быть гнездо птичье. Так, гнездо птичье, я думала обезьянка. Давайте я вам покажу просто. Просто всю эту красоту, в которой мы сейчас находимся, мне даже не верится. И классно, что Zippy из Austral Kentour подбирает нам классные отели. Вы же понимаете, что мы не самые дорогие берем. Ух ты! Вообще фантастика. Я думала, обезьянка, это гнезда такие качаются. Не, ну то есть тут вообще, вы помните, там забор был, электричество, слоны стояли в ЦАВО. Но здесь вообще просто забора нет. То есть, хотя с другой стороны, смотрите, вот это еще все территория отеля, и вот домики стоят. Ну, и сказали нам уже на рецепции, что бабуины есть. Помните видео бабуина? Вообще такой красавчик сел, вывалил свое достоинство, и там мы не смогли пройти, хотели Килиманджаро. Ну, вот такой вот бабуинчик был. Ну, симпатичный, конечно. Прикольные эти обезьянки, когда они вас не трогают. А так, с наслаждением за ними будем наблюдать, вот. Мусор у нас уже выгребли, видео уже посмотрели. Ох, честно, как-то и голова кружится, и болит одновременно, и впечатление куча. Наверное, у вас тоже так бывает после перелетов. Заново. Принесли нам бульончик. Принесли нам, кстати, булочки еще. Да, булочки и маслочку так, принесли. Биф, а это супчик какой-то, вот биф еще. А, там есть что-то, да? Что-то есть, а в камеру видно? Давай посмотрим. Что-то есть в камеру, как... Фрикадельки, да. Сардельки? Есть. Вкусненько. Угу. Боже, какую ложку Классный. Брать? Горячий, я не знаю. Это век это в лучших домах, только я не знаю, какую ложку брать. Ну, вкусно все. Я тоже буду есть. Да, приятного всем нам приятного. Всем аппетита. До новых встреч. Супчик был обалденно вкусный. Да. Классный. Съели по булочке. Наташа еще решила булочку с маслицем. Что-то, правда, мы Шутки ехали голодные. Почти 8 часов. Каких-то два небольших бутерброда взяли с собой, съели, но...
Хочется есть еще, конечно. Тем более вид такой, просто сидишь как в космосе. Вид шикарный. Сейчас ждем, ребята стоят такие все. Ну, можно сказать, персонал такой вышкаленный. Наташа, а ну, бассейн было такое, да? А ну облокотись, как тебе? Что говорит, как? Ну, не знаю, как будто у тебя то ли крылья, то ли рога из спины торчат. Нет, это такая накидка. Типа. Ага. Красиво. Все хорошо, успеем сейчас покушать. Правда, не знаем, где наш гид Стив, он нам ничего не сказал. Ну, если что, напишем Зипе, там, где встречаемся, когда сафари. Потому что, а, нам-то не сказали, что электричества нету сейчас. И обычно его нету днем. Есть утром пару часов и вечером пару часов. Если подзарядиться на рецепцию, можете все нести. Наташа спрашивает, есть ли вода тогда. Ну, не знаю, есть ли вода. Я говорю, так мы не успеем помыться, и зачем вообще мыться, если вот, в этой же футболке, которая уже просто вся течет, вся потная, поедем на сафари, что еще футболку портить? Животные не моются, правильно? А Наташа намекнула, говорит, типа, а некоторым не мешало быть помыться. Да ладно, ну это все правда. Ты типа Наташа на меня намекнула или не знаю? Не знаю. У меня нормально футболка. Бангкок, Таиланд. Ну вот, такая красота вообще просто, ну... Это что-то. Это еще животные приходят на людей смотрят. И животные такие, ого, люди. Ну, сейчас еще попробуем рыбку. Опять-таки, мы не любители рыбки, угу, но все-таки... Интересно. Ну, бургер не хочется. Биф-бургер не хотелось. Вот если просто мяско было какое-то, да. Помните, как мы такие в ресторане, когда мясо все включено. Такие, курицу нет. Вот курицу не будем, спасибо. Слышишь? Не, ну да, просто не влазила уже. Проблема в том, что мы как бы и так курицы много едим. И в Эмиратах, и в Украине. А вот говядину, свинину, крокодила и креветки. Хотя креветки я вам отдала. Креветки вкусные были. Креветки вкусные и крокодил. Ну, короче, все. И крокодила жалко, и креветок. Под ногой у нас бегала такая ящерица. Я такая думаю, что у меня шнурки такие странные. Ух ты, она как просто. Ну, подождите, что здесь? Где она там есть? Она такая красивая вообще, угу. Просто жалко уже не поймала полос. Ну, яркий. Смотря для кого. Ну, подожди. Угу. Малышка сидит там. Это рыба. Мама, это рыба. Буду я. А надо спросить, какой вид рыбы? Какой вид рыбы? А то ж мы такие знатоки по рыбам. Карасик, шо... наверное. Ты чего? Ну, как? Звитки с всего болотца. Кенийский знаменитый карасик. На весь мир кенийский, да, карасик. Кенийский, ну, карасик. Цикаво, ну, цикаво. Приятно, мальчик несут и девочка. Буду цикавый досвид. А, красиво как. Дякую. Асанте сана. О, боже, как богато. Thank you. Боже, какая порция. Все, это уже заснешь. Я вот поэтому не хотела булочку есть. А я голодная была. Но я все равно, мне она хорошо приехала. Помню, что в одном отеле вот в Редисон Блю Хотел в Абу-Даби. Вот там рыба вкусная. Вот. Мы там... А ну давай. Мы не любители, но так, подождите. Вот я разворошила. Соус прямо. И соус попробуешь, расскажешь. Ну, сейчас давайте. Рисик как жареный прямо. Или это сверху чем-то полили? Да? Я тут параллельно курочка, буду есть. Что-то упало, наверное. Курочка? Угу. Я сначала подумала, что это может кости. Это такая курочка. Конечно, она хрустит очень сильно. Я тоже параллельно. Подождите, сейчас попробую с соусиком. Пробую. Это вообще не рыба. Потрясно. Просто не всегда люблю такие соусы, белого цвета особенно. Что за соус? Чесночный, да. Ну, рыба, чеснок любит. Не, кисленький какой-то, это можно не чеснок. Ага. Давайте рисик вам разворушу, покажу. Ну, рис, надеюсь, тут тоже вкусно умеет готовить. Боже, какой он разноцветненький такой, с добавочками. А, если я филтал. Хороший. Видно, что подогревали. Он такой теплый. Ну, как раз надо ждать, пока остынет. Угу. А рыбка? Ну, классный рис. Вообще. Я тут жую, чтобы вы понимали. Честно? За камерой. Без соуса надо. Соус не. Да? А лаймиком полить? А вон у тебя еще овощи, смотри, какие. Честно, я как-то раз полила. У меня такая потом была кислая. Не очень. Ну, немножко. Ой, а овощи, посмотри. Как напоминает мне суп, а на Найроби. Очень вкусно. Да. Смотри, лучок такой поджаренный немножко. Немножко так поджаренные, притомленные. Это вкусно. А у меня что-то камера заваливается. Ну все. Секунду, да, Наташа уже хочет кушать. Да. Покушаем и покажем вам десерт. Кстати, вот тоже люди приехали, опоздали.
Это несут наш десерт. Боже, да ладно. Красивый. Наталья, передаю вам камеру. Камера уже включена, уже все работает. Это просто десерт мечты. Вау. Боже, я думала, сейчас такое что-то принесу, знаешь, ляпнут себе это. Это можно кушать? Не жаль? Да. Это просто, я думаю, что это какая-то вкусняшка, как шоколад, крем и мусс. Так, хорошо, я приступлю. На санте. Thank you. О, боже. Хорошо, что мы заказали, не знаю, мне что-то так захотелось шоколад. И прямо черный шоколад. И пахнет, вкусно. Так, давай. Да, мусс с черным шоколадом. Это вот штучка, сейчас попробуем. Ну, это белый шоколад вместе с это. Ром. У меня опять вот камера за это завалилась. От счастья. Угу. Белый шоколад был. Ну, вкусненько, охлаждает или так? Сейчас такой вот мусик. Не, он не сильно холодный, он прохладный, он сильно холодный. Ага. Вот такой мусс. Он здоровый, ребята, он здоровый. А ну, я еще рис не доела. Да, мне еще рис стыдно, не доела. Но... А я доела. Mm-hmm. Мне было тоже стыдно, но я перед собой, но я доела. Я не могу такое ставить. Очень хорошо. Великолепно. Ну что, друзья, вот такой офигенный вид. Вот такой отель. Пишите, как вам обед из таких трех шикарных блюд в этом отеле. Ставьте лайки. Всем пока.